Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Как вы знаете, буст у меня не получилось записать, потому что, ребята, я с просонья забыл нажать на запись. В общем, короче, такие вот дела. Но я могу вкратце тебе сказать, что мы дошли до Лиги Сёгунов 3 звезды. Мне буквально одного поединка не хватило, чтобы перейти в Лигу Мастеров. И переводил я в платиновый ранг. Я думаю, что, наверное, многие догадались, кто это, потому что это даже было в комментариях сплошь забито. Конечно же, это у нас был Слэш. Это был Слэш, ребята, и, в принципе, я думаю, что мы правильно сделали, что именно его прокачали. Вот он, ребята, 56 уровень, в платиновый ранг он попал. Так что, я думаю, многие обрадуются, особенно кто за него голосовал, а голосовали за него многие. Так, ну что, а мы, у нас как бы второй день, ребята, второй день, тоже, можно сказать, своего рода буст, но, конечно, не первоначальный. Ну что, пойдем, наверное, пройдем быстренько серию испытаний, а можно даже, мы, наверное, сейчас полностью пройдем с тобой это событие. Да, я думаю, что так будет вообще великолепно. А, и на этой неделе у нас, ребята, фарм Бибоп и Рокстеди классика. Я уже прошел события, там буквально три поединка надо было мне пройти для того, чтобы как раз на трех боевках их можно было фармить. И при первом же фарме мне, по-моему, выпало два ДНК на Рокстеди. Ну, помимо основного прохождения, я имею в виду на фарме. Вот, в принципе, вкратце, что было. Так что, я думаю, вы не особо много чего потеряли. Единственное, что вы, да, не увидели, как я в платиновый ранг переводил нашего Макмана, хотел сказать уже. Слыша, конечно же. Ну, Слэш был довольный. Слэш был очень довольный. Сказал вам всем спасибо, что за него проголосовали. Как-то вот так вот. Ну что, ребят, здесь мы прошли, и давай уже тогда последний поединочек тоже быстренько пробежим, добьем, так сказать, здесь, и уже заберем с тобой все награды здесь. А там и баксы выпадут, там у нас выпадут. Что у нас еще может выпасть? Мутаген. А мутаген нам нужен. Кстати, я еще на один уровень поднял Зека. Так что все хорошо. Зек у нас, по-моему, 96 или 97 уровень. Так, ну-ка, Ванька, падай, я тебе сказал. Тынь, тынь, тынь. Да ладно, Доня, ну что ты как ватник сыграл, а? Доня ватник. Блин, ребята, у меня сегодня что-то встал после работы, выспался. Встал, у меня так горло болит. Я думаю, что, наверное, заметно, да, по моему голосу какой-то он грубый, но очень тяжело говорить. Видимо, молочка холодного, холодного прям с холодильника перед сном выпил. Ну, а на утро уже, точнее, а уже встал и горло болит. Надеюсь, что быстренько все это пройдет. Не хотелось бы заболеть. А у меня такая, знаешь, трабла идет. Ангина, она, зараза, любит меня везде поймать. Короче, у меня как это называется? Я уже не помню. Когда с горлом у тебя проблемы. Постоянно чуть что, все, сразу горло. Чуть что, сразу горло. Вот как бы хроническая такая фигня. И там вплоть до потери голоса. Там, как говорится, полоскание и тому подобное. Ладно, не будем о плохом пока. Ну что, ДНК из другого измерения. Забираем, ребят, всех наших черепашек. Я даже не буду там комментировать, кто это. 100% завершено, давай собирать и сбрасывать. Макмен. Так, ну меня в данный момент больше интересует, конечно, верхняя строчка в данный момент. Потому что я смотрю, сколько у нас там баксов, сколько мутагена я получу. И вторая строчка тоже, в принципе, неплоха, потому что это у нас элементы. Ну уже 3700. Опа, 5000 мутагена, 7000 мутагена, 10000 мутагена и 13000 мутагена. Отлично, ребят. Вот так вот. Забираем здесь награду. И пойдем искать. Так, Зек. 97 уровень, ребят, у него. А ищем мы на Микеланджело, да? Значит, нам нужно вот 12 как раз номеров автомобильных. 12, да? Ну, 2 уже нашли. 3, 4. Так, это пятый. Ой-ой-ой-ой. Шестой.
Седьмой, нам нужно 10, да? Седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый. Ау, единорог. Нормально. Ну что, блин, нам нужно не 10, а 12, Рэй. Ну что ты, ну, какой-то действительно рассеянный сегодня. Что в растениях против зомби-герои нахватал звездюлей, что здесь. Все одно к одному. Но зато до пятой ступени туман у нас прокачан. Правда, я сомневаюсь, что я буду когда-то пользоваться туманом. И поднять уровень персонажа. Мутагена пока мало, поэтому надо поднакопить. Так, а вот здесь, ребят, я сразу же иду, да не в девичью силу, а вот сюда, в классическую броню, и начинаю, ребят, фармить. Поехали. Осколки. О, бибоп классический выпал. Так, мне нужен урок среди. Мне нужен урок. Да не надо мне дони вашего, урок среди дайте. Вот он, красавчик, выпал все-таки, ребят. И пытаемся здесь теперь. Так, сколько у нас там? Есть. Ох, хорошо мы на этой недельке нафармим, ребята. А там нам чуть-чуть не хватает. У кого-то там 15, по-моему, ДНК, у кого-то. Так, выпадают жетоны. Ну, жетоны это тоже, ребят. Ох, и Бибоп, и Рокстеди выпали. Замечательно, просто шикарно. Все. Отыграл я весь сыр. Смотри внимательно. А, мы даже не так. Я заходил через магазин. Предметы. Так, и, кстати, мы накопили 885 жетонов. Поэтому, опа, 3 ДНК на наших маузеров мы взяли. То есть уже 77. Остается там всего лишь 23 ДНК. Так, что я хотел? А, я хотел, блин, вот здесь вот. Вот, смотри. Рокстеди 87 ДНК, Бибоп 83. То есть получается, здесь не хватает 17, здесь не хватает 13 ДНК. Если у нас все пойдет как, по, ну, как я и хочу, да, то мы с тобой, в принципе, на этой неделе и этих ребят переведем в платиновый ранг. Это будет вообще шикардос. Потому что там останется у нас Рокстеди пасхальный, да, кролик и Роквелл. Ну и Пит еще. Вот, то есть останутся вот эти вот трое. Все, ну, не считая, конечно, маузеров. Я считаю, это... То есть, ребят, мы скоро с вами придем к финальному завершению по прокачке всех бойцов в платиновый ранг. Это круто. Это очень круто. Ну что, теперь я, естественно, перехожу на турнирную арену. Лига самураев ранг 30. Я даже нисколечко не сомневался, что меня скинут. Поэтому приступим. Раз, два, три, четыре. Если мы успеем накопить за этот поединок достаточное количество мутагена, естественно, я буду прокачивать Зека на 98 уровень. Нам надо как можно быстрее с Зеком закончить уже по прокачке и браться уже за кого-нибудь другого. Потому что персонаж у нас еще тьма тьмущая. А мутаген ты сам прекрасно знаешь. Еле-еле, да ну, ой, Рафаэль, успокойся, зачем ты хиляешь? Это тебе парень не поможет. Тем более там запрет у него на хил был. Такой деловой, думает, сейчас у него все прокатит. Нет, нет, парень, ничего тебе не прокатит. И будем смотреть. Ох ты, ну неплохо, 29 ступенек я так шух, сиганул на одном дыхании. Не буду я здесь особо, ребята, пыхтеть. Попробую как можно быстрее и по максимальному продвинуться, чтобы занять уже, как говорится, достойное место. Я думаю, что где-то до Лиги Мастеров мы сегодня, наверное, доберемся все-таки. Одна звезда пускай будет, но тем не менее. Для первого выходного, я думаю, что это нормально. Завтра еще подринкаем, так что будет все нормально. Так, ну что, 81 место. Какая, как, что я сказал, Лига Мастеров, да? Лига Сёгунов, ребят, Лига Сёгунов. Три звезды будет сегодня. Что-то я, конечно, до Лиги Мастеров... Лишку, наверное, сказанул. Мне... Хотя, кто его знает, может быть, и получится перелететь. Хотя бы до Лиги Мастеров одна звезда. Но, в принципе, мы же, когда бустимся, мы же доходим, нам буквально одного поединка не хватает, да? И это мы начинаем с самого нуля. Так, что еще? На планшет, ребята, установил и мир юрского периода. Играл, вроде не вылетает. Я вот думаю, наверное, все-таки будем играть с айпада. Потому что на эмуляторе вылетает, ну, невозможно, ребята, играть. Просто невозможно играть. А вы просите, чтобы я поиграл.
в мир юрского периода. Специально освободил место для этой игры и установил. А весит она, поверь мне, немало. Там 1,5 гигабайта. Так, ну что, поехали. Давай, валунчик. Ну, единственное, что, конечно, будут рамки черные вот эти вот по краям, потому что, ребят, там формат, он не подгоняется под мой монитор. Ну, под широкий экран, короче. Так, ну что у нас, 38-я позиция. В принципе, уже Лига Сёгунов, можно сказать, у нас 2 звезды в кармане. Так, 15-19. Блин, все-таки голос немножко хрипловатый. Я прям вот чувствую. Эх, скоро у нас и Бибоп, и Рокстеди, и кролики прокачаются в платиновый ранг. А там останется, по-моему, 3-4 персонажей докачать, и все. И мы займемся уже другими делами, а именно прокачкой. Ребята, прокачкой персонажа. Уже не надо нам никого искать, там, забивать голову, какие-то события проходить. Чисто будет, даже жетоны нам не нужно будет. Будем чисто вот элементы искать нужные для того, чтобы прокачивать скиллы. Не спорю, ребят, тоже уйдет на это, конечно, очень много времени. Основной наш у нас будет это мутаген. Практически все будет идти в добычу мутагена и в добычу элементов. И все. Никаких поисков, ничего нам этого уже не надо будет. Ну что, перейдем? Да, Лига Сёгунов 2 звезды, ребят. Фу, что-то меня, ребят, аж в пот бросил. Неужели я действительно простыл, а? Как же, блин, это пугает меня, а? Ну, если я за выходные не оклемаюсь, придется, ребят, ложиться на больничный. А что ж поделаешь? Работать в таком состоянии тоже... Не, фу, меня прям аж, действительно говорю, в жар бросает. Ё-моё. Дело дрянь. Дело дрянь. Блин, таблеток-то нет никаких, чтобы выпить. А какие ты будешь таблетки выпить, если ты не знаешь, что с тобой, да? Вирусное это или простудное, черт его знает. Фу, у меня ж прям, ребята, все текет. Ёк-макарек. Жестко. Так, давай возьмем Лео. Причем таким, знаешь, такой волной нахлынуло сейчас. Вроде сидел нормально, а что-то хобана резко. Прям вот почувствовал, что это. Что прям температура поднялась. Ну что, бомбим. Замечательно. Так, ушатал я этих охламонов. Поехали дальше. 51 ранг. Ну давай возьму, например, здесь Ваньку. Раз, два, три, четыре. Ну, Ванька со своей пулеметной дробью, конечно же. Да нет, зачем пулеметная дробь? У него есть базука, которая, в принципе, может сразу же их шваркнуть всех. Вот тебе и итог. Так, я вчера заходил в этот Дракон всадник и Олух, ребят, там событие надвигалось. Но там сутки еще надо было ждать. Сутки еще не прошли, поэтому, наверное, еще не откатилось. Но, тем не менее, можно, в принципе, сегодня зайти. И там можно набить паки. Потому что у меня с паками там беда. Можно зайти поиграть немножко, чтобы набить паков. Ну и заодно пособирать царапалок. Потому что мне там чуть-чуть не хватает для того, чтобы я получил уже инферно. А я цель себе поставил, что я его успею получить. Должен, обязан, друзья мои, получить инферно. Ну что? Слушай, может быть, действительно мы дойдем до Лиги Мастеров сегодня? Чем, как говорится, черт не шутит, да? Шансы, в принципе, все у нас есть. Лишь бы хватило персонажей. Что там у нас по откатам? Не знаю, не смотрел пока еще. Ну давай начнем с Дони, наверное, да? Плюс Усаги делает свою козырную вертушку. Хоба. Так, Рафа... Это Майки, Майки, конечно же. Майки готов. Нет, не готов. Голоса, ребята, были по-разному. Там при голосовании кто-то за Кунаичи голосовал. За Змею Карай тоже приличное количество народу голосовало. Но все-таки
Там пошла такая спорная дискуссия, да, типа, змея карай не стоит. И я подумал, да, действительно, давай-ка мы, наверное, лучше слэша прокачаем, а змею карай как-нибудь потом. Поэтому я надеюсь, что никто не будет в обиде. По голосам все равно выиграл слэш, как ни крути. Большинство ребят просто за него. Так, 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 у нас, кстати, хо-хо-хо, 66 уровни против, что-то я тут... Зэк, а ты потянешь? М? Сможешь? Так, муху надо. Муху, ребят, надо уничтожать. Так, Микеланджело, давай. Нет, это дрянь. Это дрянь. Так, что они там? Массовая пошла. Пережили. Это делает ускорение. Давай волну попробуем. Да ну нафиг, что это? Ну давай, Дони, хоть кого-нибудь хоть накажи. Не... Воу-воу-воу, все, ребят. Да. Заговорился просто, ребят. Надо было... Нам надо было по уму-то, знаешь, что делать? Брать провокацию на... Рокзара. А тут, смотри, а тут нас запинали. Нафиг я появился-то на этого зэка, ё-моё. Блин, взял его зачем-то. Одного. В этот бой. Рокзар, он не имеет, ребят, ни одной массовой атаки, поэтому его толку ноль. Да, вот сам себе, как говорится, и поднасолил. Вот, кстати, из-за вот этого проигрыша нам может и не хватить. И не хватить боев для того, чтобы перейти на следующий ранг. И здесь опять же, ребята, взял. Кого взял-то? Джастина. Обалденный скоростник, я тебе скажу. Прям... Лучше не придумаешь. Ну давай, Шини. Так, мне нужен Джастин. Давай, попробуем. Такое себе удовольствие, это, конечно. Пробить не могут, потому что мы пока под защитой стоим. Ну ёпперс, это, ну... Лезет, блин. Чувырло это, бесявое, а. Они еще и защиту себе здесь взяли. Ну, молодцы, блин. Давай уничтожь этого Криса. Ага. Давай так попробуем. Так, минус один. Минус второй. Давай, давай, давай. Контратака у тебя есть? Есть. Пробивной. Получила Кикимора. Ой-ой-ой, это мощный удар, ребята. Давай электричеством по нему. Все. Трындец. Я в шоке. Да, Джастин и Крис такие себе бойцы. Единственное, что у Криса Брэдфорда очень, ребят, хорошая защита, которую он повесил. Ну и, соответственно, конечно же, баф тоже нам помог здесь. Так, железноголовый. Ну давай вот этих вот возьмем. Тут Микеланджело, правда, есть у них. Лишь бы он не делал тут уклоняшек своих. Твою налево. Конечно же, уклоняшку поставил. А этот еще и атаку усиленную. Ну что, попробуем попасть по ним. Бафнемся, наверное, тогда уж. Стоит ли мне брать провокацию? Наверное, не стоит. Провокацию, если брать, то только на железноголового. Вообще не попадаем, прикинь. Вот и началось. Вот и началось. Твою налево, массовые атаки пошли. Вот, ребят, вам и результат. Не, не можем попасть.
Я в шоке. Просто все атаки мимо. Да. Паршивенько, конечно. Паршивенько все это. Просто по барабану, как будто в воздух бомбим. Даже не попадаем. Ну, лучом хоть пробьешь, Донни. А плевок? Ну, хотя бы так. О, у нас уже ушла, да? Провокация-то. Успокойся ты, тут танцует он мне. Свои буги-вуги. На тебе. Вообще не попадает. 71 уровень не может попасть по 64. Ну это что такое, ребят? Ай, Тимати, ватник-то несчастный. Я дуплился, ё-моё. Да. Не вытянул. Ну что, 49-я позиция. 49-я позиция. Давайте мне 16-22. Да понятное дело, что этих брать, я не знаю, это себе дороже. Вот кого надо брать. Раз, два, три, четыре. Или Армагона вообще, или Супер Шреддера. Ну никак не Джастина и не Железноголового, уж поверь мне. От них, ребята, толку ноль, просто. Ты серьезно, муха, ты несчастная, а? Болотная навозная муха, ну ё-моё. Массовые атаки пошли. Ну давай, ну попадите хоть кто-нибудь-то, ёк-макарёк. Ну неужели, хотя бы сплинтера наказали. Давай так сделаем. Началось, да? Фиг, называется, попадешь. Хоп, хильнулись. Нормально, вот только за счет Леонардо здесь выжили. Без него бы тут, конечно, бы ничего не получилось вообще. Так, 30-я позиция. Слушай, что-то мне кажется, мы не успеем дойти. У нас персонажей сколько осталось? Раз, два, три, четыре. Ну, давай так сделаем. Тогда да, тогда, может быть, еще и дойдем. Ну что, Супер Шреддер, давай показывай свою ярость. Замечательно. Так, вот этого наказываем. Остальные падают от постепенного урона. Или же добьем просто. Ну, готово все. Ну что, в последний бой. И, в принципе, мы, наверное, все-таки попадем в Лигу Мастеров. Если проскочим 15 ступенек. Если проскочим 15 ступенек. Сколько там? Раз, два, три. Давай Донателло возьмем. Это, ребят, уже не принципиально, потому что здесь Армагон, ну, должен справиться, по идее-то. Я в него верю. Слэш остался. Ну-ка, Карайка. Молодец. Ушатала она его. Ну вот и все, друзья. Что я хотел, в принципе, то и получил. Ну-ка, да. Еще и в Лигу Мастеров попали. Так, у нас сколько мутагена? Мы хотели... О, Зэк, ты где? Опа. Ну что, ребята, еще два уровня, и Зэк будет соточкой. И это круто. А завтра мы еще с тобой опять же зайдем в поединки, в испытания. Ух, и здесь еще попробуем. 15 и 12 ДНК для нас, это, ребята, в принципе, не проблема. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.